Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору, Божественную Мудрость. Продолжаем ее изучать в формате Мишли. Мишли – это притчи царя Соломона. И сегодня мы находимся 28 глава, отрывок 26 и 27. И, может быть, если успеем 28, закончим сегодня 28 главу Мишли. Останется нам 3 главы – 29, 30, 31. Хорошо, друзья. Итак, значит, всем шалом, доброе утро. Все. Итак, значит, говорит царь Соломон, мудрейший из людей, в 26 отрывке 28 главы притчи царя Соломона, «Ботеах белебо уксиль веолех бехахма у ималет». Значит, дословно переводится этот отрывок так. «Ботеах белебо» – тот, кто полагается на свое сердце, Уксиль, он называется грешник по вожделению. Сейчас мы разберемся, что такое грешник по вожделению. Веолех бехахма, тот, кто идет по божественной мудрости, уймалет, он спасется. Значит, как это работает? Смотрите, человек состоит из трех частей, даже можно сказать четырех частей. Да? Каждый из нас состоит из четырех частей. Есть тело инстинкты, животные инстинкты. То есть тело человека, оно существует на своем программном обеспечении. Доказательство, что когда человек спит, третью часть своей жизни он проводит во сне, и тело, оно абсолютно без его мозгов знает, что делать во сне. Тело знает, как переваривать пищу, тело знает, как выживать. Тело человека – это животная такая инстинктивная история. Дальше. Вторая часть человека – это эмоциональная сфера. Эмоциональная сфера, ученые-психологи назвали это лимбическая система человека. Это его желание, эмоциональная сфера. Хочу, главное, получать удовольствие и хочу избегать страдания. То есть животные, они действуют по простому принципу. Все, что мне дает удовольствие, я хочу. 28 глава, мы сейчас изучаем 26 отрывок. 28 глава Мишли, притчи царя Соломона, 26 отрывок. Значит, еще раз, есть у человека животное тело, инстинкты, есть у человека эмоциональная сфера, это мозг млекопитающего, хочу получать удовольствие и хочу избегать страдания. Есть у человека интеллект. Интеллект – это все убеждения о жизни, история жизни, правила поведения, ценности человека, его цели, его правила, по которым он живет и так далее. Это интеллект. И есть божественная душа. Божественная душа – это луч света в темном царстве, который как бы Всевышний, он находится внутри этой всей конструкции. И он – это самая тонкая часть человека. Назовем это так. Теперь, как человек живет? Значит, когда он рождается, он живет как животное, маленькое животное. Он не знает, он не может думать. У него нет опыта, все его системы настроены только на одну программу – выживать. Выживать любой ценой. Маленький ребенок, он формируется, развивается, выживать. И он записывает дальше все, что ему несет выживание – еда, тепло, сон, мама и так далее. Он все это запоминает на эмоциональном уровне, и он к этому стремится. Да? Там мужчины всю жизнь ищут ту грудь, с которой они начинали свой жизненный путь, да? И так далее. Женщины тоже что-то ищут. И вот, значит, человек, он ищет вот это вот все удовольствие, и хочет избегать страдания. Любое страдание человек стремится избегать инстинктивно. Понятно? Теперь на уровне животном, многие люди и остаются, да? Для них самое главное слово «хочу», и сейчас даже у них появилась легитимация «живи как хочу». Это детский или животный уровень «жизнь как хочу». Человек, дальше ребенка воспитывают как надо, как правильно. Ему дают правила поведения. Большинству дают правила поведения не очень эффективные, да? То есть, как знали родители, так и учили. Как знали воспитатели, так и учили. И получается, что когда человек живет, у него есть его «хочу» животная часть, и есть у него рациональная часть, которая загружена словами «надо», правильно, ты должен, надо к этому стремиться, успех это, а это не успех. И человек, получается, он живет в такой пирамидке. Его хочу, его животное, ему шлет сигнал, есть,
что хочешь, пить, что хочешь, спать с кем хочешь и так далее. И лежать. Животные любят лежать. Большинство животных встает только, чтобы добыть пищу. Поэтому сегодня большинство людей в мире страдает ожирением, потому что их животная часть, когда пища есть, она им не дает двигаться. Они зачем им двигаться? Теперь дальше. Те люди, которые живут со словами «надо», их меньшинство. Но что надо? Откуда они берут вот эти свои правила? Что надо делать? Как правильно жить? Что надо делать? Чаще всего это выдумывают какие-то люди, которые там в разные эпохи, они находятся популярные у власти. И человек так устроен, что он думает, вот эти вот самые крутые, они мне сейчас расскажут, как надо жить. Теперь говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей. 26 отрывок. «Ботех белибо уксиль». Тот, кто полагается на свое сердце, на свое «хочу», тот называется грешник по вожделению. Сердце человека, его желания ведут человека против Бога. Это факт. Это чистый факт. Так началось с первого человека и его жена. Увидела она плод. Нельзя есть плод. Сказал ей муж, не ешь от плода дерева познания добра и зла. Почему? Бог сказал, тебе мало? Нельзя. Нельзя. Написано дерево, плод. Бог сказал, запрещено. А она смотрит и говорит, а я хочу. Мне хочется, я же женщина. Делай, что хочется. И, в общем, она этот плод съела и мужа своего накормила. Она хотела. А она хотела, понятно, да? И она сделала. Вот это вот человека с самого начала против Бога ведет вот эта часть, которая называется сердце. И говорит царь Соломон, тот, кто полагается на свое сердце, это хочу, это не хочу, то он всегда оказывается где? В проигрыше. Сердце человека, как Бог сказал, сердце человека злое с рождения. Что значит злое? Оно не злое, оно животное. То есть животное это не зло, но у него свои законы. Для животного это прекрасные законы, их Бог так запрограммировал. Но Бог назвал добром определенные вещи. Например, Бог назвал добром это жить с одной женщиной. К примеру, Бог назвал добром помогать. Бог назвал добром не воровать, не грабить и так далее. То есть Бог назвал вот это добро, вот это зло. Сердце человека, оно его ведет, нет, делай что хочешь. Твой Бог, твое желание. Это то, куда ведет сердце человека. К чему это приводит? Тот, кто полагается на сердце свое, он ксиль, он грешник по вожделению. То есть он будет все время нарушать волю Бога, потому что он не может справиться со своими желаниями. Веолех бехахма, тот, кто идет по божественной мудрости, тот, кто изучает божественные писания, книги пророков, и он говорит, секундочку, я хочу жить, как сказал Бог, по более высоким, самым высоким стандартам, на которые только может подняться человек. Я хочу жить по божественным стандартам. И через жизнь по божественным стандартам подняться на более высокую ступень в своем развитии. Это то, что говорит царь Соломон в 26 отрывке 28 главы. «Веолех бехахма» – тот, кто идет по божественной мудрости, уймалет, он спасется. Он спасется из любой ямы, из любой неприятности, потому что он в нее не зайдет. Бог, когда он давал через пророков, давал знания, как жить в этом мире, он объяснил, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что добро, что зло. А человек, который идет по желаниям своего сердца, посмотрите на детей. Игрушка красивая, забрать. Он не знает, что это чужая игрушка. Мальчик мне не нравится, по голове ему лопаточкой в этом самом. Понятно, да? И так далее, и так далее, и так далее. Теперь 27 отрывок продолжает 27 отрывок эту же тему и говорит, это как иллюстрация теперь идет. Но тен лераш эн максор. Тот, кто дает бедному, у него не будет недостатка. Это же против логики. Посмотрите. То есть у человека есть 100 рублей. Он их заработал. Теперь обычный человек, он говорит, да это мои деньги. И я еще хочу к этим 100 рублям еще у кого-то забрать еще 100 рублей. Но я хочу, чтобы у меня было 200. Но какая проблема? У меня есть 100, я хочу 200. Кто мне может сказать, что я не могу у кого-то забрать еще 100? Это обычная логика обычного человека. Царь Соломон говорит так, но тен лераш эн максор, тот, кто дает бедному, у него не будет недостатка. Ну как это? То есть я взял из своих 100 рублей, 10 рублей помог какому-то бедному, и что, это мне поможет? Бог говорит, да, поможет, конечно поможет, потому что завтра у тебя же есть еще второй этап.
Если ты забрал у кого-то 100 рублей, то завтрашний день, он же придет. Он придет как следствие сегодняшнего дня. Если ты забрал 100 рублей у кого-то, кто может пойти в милицию, он пойдет. У кого-то, кто может тебе поломать ноги, он поломает. Если ты забрал у бедного, и ты думаешь, что Бог не видит, не надо проверять, лучше не проверять. Потому что те люди... Да, идея? Теперь, нотен лераш эн махсор, тот, кто дает бедному, нет у него недостатка. Умалим эйнав, тот, кто поднимает свои глаза, я не вижу бедного. Рав мэйрот, значит, на том много проклятий. Все в жизни возвращается. Человек создает ту реальность, в которой он живет. И когда человек отводит глаза от бедного, то он думает, что он сэкономил 2 рубля. Он сэкономил 5 рублей. Он не сэкономил. Он у себя украл завтрашний день. Это так работает божественная реальность. Бог, хозяин мира, он так установил, что это так работает. Человек может думать как угодно. Он может себе выдумывать любую реальность. Он может даже выдумать себе, сказать, что не дай Бог, Бога нет. Человек может выдумать себе, и он будет жить в своем выдуманном мире, потому что человек создан по образу и подобию Бога. Бог сказал, хочешь выдумывать? Выдумывай. Теперь интересно, есть анекдот, как автобус с атеистами упал в пропасть. Упал в пропасть автобус с атеистами. Значит, и они умерли все, все же умирают. А атеисты, они живут в своей вере, что Бога нет, что духовного мира нет, что они животные, что они... развитые бактерии, которые почему-то они решили превратиться в человека случайно. Случайные бактерии, которые случайно превратили в человека. Это то, во что верят атеисты. И вот эти атеисты, они потом после смерти выходят из человека, его информационная оболочка, то, что называется душа. То есть то, что копилось в жизни, вот эта интеллектуальная информационная оболочка поднимается вверх. И там слой такой, да, куда их не пускают. Это как воздушный шар. Если ты делал божественные заповеди, если ты связан с Богом, то тогда твоя душа, у нее есть духовная сила, и она поднимается. А у этих не было духовной силы. И теперь, значит, спрашивают там у следующего уровня, спрашивают, а что с атеистами делать? У Бога спрашивают, с этими-то что делать? Бог говорит, а что с ними сделать? Скажите, что меня нету. Ничего с ними не делать, им не надо. Есть люди, которым не надо, им не нужна Америка, они в нее никогда не поедут. Им не нужен рай, им не нужен, ничего им не нужно. Им нужно только пожрать, поспать и у кого-то что-то забрать. Это такой уровень, как бы, знаете, но есть такие люди, они любят так жить. Я хочу привести один пример из Торы, пример, как работает вот этот 27-й отрывок. «Нотен лераш эн махсор». Тот, кто дает бедному, нет у него недостатка. «Умаалим эйнав рав меарот». Тот, кто поднимает, убирает свои глаза, на него будет много проклятий. Есть в Торе есть такой свиток, называется «Мегилат Рут». Свиток Рут. В этом свитке рассказывается история про женщину по имени Рут, которая стала бабушкой царя Давида. То есть ее внук, это был царь Давид, по чьим, ну, царь Давид это вообще символ связи с Богом. Псалмы он написал, царь Давид, все молитвы почти идут по его псалмам, то есть он был невероятно близкий к Богу человек, это был ее внук. Теперь откуда взялась сама Рут, почему целая книга в Торе посвящена ее жизни? Значит, дело было так. Был такой человек, звали его Элимелех, и он был один из судей, один из главных таких мудрецов в народе Израиля. И был голод, это было около 3000 лет назад, это не как сейчас, что вот у нас с едой, слава Богу, все нормально, был реальный голод. А когда голод, то народ становится бедный, все идут куда? К богатым. Идут к богатым, говорят, дайте, помогите. Мы учили уже много раз, что когда богатые дают бедным, когда они помогают, то хорошо и тем, и другим. Когда богатые не дают, то плохо и тем, и другим. Бедные тогда они делают переворот, бунты там и так далее. Все это мы уже учили. Теперь что сделал Элимелех? Элимелех поднял глаза. Он думает так, секундочку. Написано, что тот, кто дает бедному, у него не будет недостатка. А тот, кто поднимает глаза, их не видит, значит на него много проклятий. Он думает, а я вообще сделаю сейчас ход конем, подумал Элимелех. Он взял свою семью и с семьей ушел в степи Моава. Моава это где сейчас Иордания.
Ушел в степи Моава, думает, я пережду. Я с одной стороны не буду никому отказывать, никто меня проклинать не будет. С другой стороны, я сохраню свое богатство. И так он решил, такой у него был мысль, да. Уходит Элимелех туда, в Моавские степи, и что? И умирает. Вот так вот умирает. Бывает богатый человек, у него много денег, и вдруг он умирает. Стив Джобс, например, да, то есть в 56 лет вдруг на него накрывает, и никто не может его спасти. Элимелех умирает в степях Моава, а его сыновья, у него было два сына, они женились на дочках моавского какого-то князя. Значит, женилась Рут, один сын женился на Рут, а второй на Опре. Значит, и сыновья тоже умирают. Представьте ситуацию. И сыновья умирают. И остается его жена Наоми. Остается две невесты, Рут и Опра. И они остаются без ничего вообще. Без ничего. Без денег. В чужой стране. Без шанса выйти замуж. Вообще вот вдруг остаются в чистом поле. И тогда говорит им Наоми. Наоми им говорит. Говорит, послушайте, говорит. Идите в свой дом. Идите к своему отцу. Может быть, вы еще выйдете замуж, может, у вас жизнь сложится. А Рут, одна из невесток, она говорит, нет, говорит, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Ты же одна, ты же уже старая женщина, я буду тебе помогать. И она проявила то, что называется милосердие, хесед, по отношению к Наоми, к своей свекрови. А Опра, она сказала, нет, знаете, я не могу, вот эти все... Все вот эти вот сложности жизни нет. Я вернусь лучше к своему папе и буду дальше служить идолам, там жить как все. Рут идет с Наоми, возвращаются они в землю Израиля. И там Рут, она ходит, собирает колоски. То есть она проявляет невероятное милосердие к своей свекрови. И в итоге она женится, выходит замуж за своего дальнего родственника. Его звали Боаз, который на ней женился. И дальше от нее пошел царский род, и вот так вот получилось, понимаете? Она же Руфь, да, в христианской Библии она называется Руфь, а вообще ее звали Рут. Рут ее звали в оригинале. Отсюда мы видим иллюстрацию 27-го отрывка, что «Нотен лераш, дающий бедному, ему не будет недостатка». Как не будет недостатка? Как ты помог бедному, который для него, у него нет выхода, он сидит в темном царстве, он вообще не знает, что делать? И тут вдруг через тебя ему Бог посылает кусочек хлеба, бутылочку воды, там, я не знаю, 100 рублей, 10 рублей. То есть ты для него ангел, вот реальный ангел. Как твоя помощь для этого бедного, она для него это дар, небесный дар, и он тебя благословляет. Также потом тебе каким-то образом Бог восполнит твой недостаток. Когда человек идет и просит у Бога, дай мне $1 000 000, дай мне там новую машину, дай мне новую квартиру, дай мне здоровье, дай. Почему дай? Ты же сам-то никому не даешь. Почему ты просишь у кого-то дай? Теперь вот нам царь Соломон объяснил, как работает. Нотен лераш эн максор. Дающий бедному, у него не будет недостатка. Умалимый нав рав маро. Тот, кто от него убирает глаза, говорит, разберешься сам. Тому, что много проклятий, в какой-то момент каждый из нас попадает в сложную ситуацию, и ответ автоответчик, да, никого нет дома, ты просишь, помоги, тебя просили, помоги, понятно. Хорошо, удачи, успехов, всем хорошего дня, полного, еще раз давайте вернемся, значит, Бутеах Бельбо, тот, кто живет по желаниям своего сердца, гарантия, грешник по вожделению нарушит, и все. Теперь Веолех Бехахма, тот, кто идет по божественной мудрости, уймалет, он спасется всегда. Все, удачи, всем успехов, прекрасного дня, до свидания. Все мои уроки, включая уроки по книге Рут, есть целые уроки по книге Рут подробные, есть на портале Ваикра, vaikra.com, там есть цикл уроков по $1000. Кто-то просит, дай $1000, Дример 1986 года, просит, дай $1000, Дример, ты не бедный, у тебя есть телефон, у тебя есть Инстаграм, и $1000 – это прекрасное желание, с Божьей помощью. Я думаю, что если ты будешь помогать людям вокруг тебя, то Бог тебе даст $1000 через кого-то, не обязательно через меня, через какой-то труд, потому что есть вокруг, я знаю, гарантированно бедных, несчастных людей, которые служат Богу и которым я стараюсь помогать, и...
Если вы не знаете реально, кому помогать, кому не помогать, помогайте фондам. Есть фонды, которые помогают, они знают, это их как бы сущность, они ищут бедных, они им помогают. То есть можно все делать через фонды. И через, когда вы делаете через фонды, есть еще один плюс, что вы не получаете благодарность от того, кому вы даете, и вся благодарность у вас на депозите от Бога. И она конвертируется потом в какие-то очень большие удачи. Все, всем пока. Пока, счастливо, хорошего дня.